Приветствую всех, с вами Маркелло Борис. Не так давно я рассказывал о таком ресурсе MLM Community, который называется, но сегодня остановлюсь на том, что помимо этого ресурса, какая польза от этого ресурса тем людям, которые здесь будут регистрироваться. Здесь можно подавать свою рекламу, то есть здесь собрано много людей, которые здесь рекламируют свой бизнес. Итак, какая польза? То есть на данный момент здесь есть такая система, которая называется Тренар. То есть, развивая свою структуру, вы будете получать определенную сумму денег. Люди будут сюда заходить, люди здесь будут активироваться, вы будете получать здесь деньги. За что? Зато здесь есть платные услуги, и в эти платные услуги входит вот реклама, здесь поверху идет, и в MLM ленте также можно делать свои посты, можно бесплатно делать, но если вы делаете, например, посты свои и хотите, чтобы их постоянно люди видели, вы можете их здесь поднимать. Вот я здесь делал посты, и здесь есть вот такая скрепочка, если на нее нажать, соответственно, в течение какого-то времени люди будут постоянно видеть. Вот смотрите, я здесь поднимаю каждые 50 минут 100 раз. Вот это все предоставляется при оплате платных услуг. Вот люди даже пишут, что здесь развиваются и так далее. То есть здесь вы можете найти свою целевую аудиторию. Я не говорю, что это панацея от всех бед, но тем не менее. Давайте зайдем в мой профиль, и я вам покажу. То есть, если вы будете развивать вот этот сервис, предлагать его сетевикам, возможно здесь зарабатывать достаточно крупную сумму, по крайней мере по маркетингу. Но я вам могу показать, что вот здесь выводы у меня здесь шли. На какое-то время я забрасывал этот проект, ну здесь я его вот вспомнил. Например, тот человек, под которым я зарегистрирован, он от меня получает такие же реферальные, как и многие другие. Вот вы видите, что здесь реклама постоянно идет. И если непосредственно набрать тот же самый запрос в интернете, вы тоже можете попасть на этот сайт. Сайт достаточно хорошо оптимизирован, и этот сайт виден во многих запросах, которые здесь есть. Также здесь есть MLM лидеры, например, вот лучшие лидеры. Я здесь нахожусь в лучших лидерах, каким-то образом оказался. Вот вы можете увидеть, что я здесь в лучших лидерах. И те люди, которые активно это все развивают, соответственно, здесь они получают деньги, а здесь они получают ту же самую целевую аудиторию. Если вы хотите просто попробовать вот бизнес с нами, вы сюда заходите и читаете. То есть здесь 97% сеть. На самом деле все так и есть. И здесь вот этот весь тренар расписан. Сколько денег здесь можно зарабатывать. Опять же, это полезно, это хорошо, что вас будут находить в интернете, и когда люди будут подключаться, соответственно, они будут спрашивать, чем мне полезно. Это, например, человеку вы будете объяснять, что здесь можно раскручивать свой проект, свой бизнес, который вы развиваете. Возможно, здесь именно вы найдете свою целевую аудиторию. Ну, в проектах, если вы в таких участвуете, в любом случае вам нужно как бы сидеть на платных условиях, тем более оплата здесь не такая огромная. Здесь всего-навсего за это нужно заплатить $10 в месяц. То есть, если приобретая бизнес-кейс от 9 до $20, вы получаете пакет вышеперечисленных инструментов с 50% скидкой. Принимаются здесь банковские карты, онлайн-банкинг. Ну, то есть, вот таким вот образом, именно раскручивая бизнес или предлагая раскручивать бизнес на определенных условиях, вы будете развивать свой тренар и иметь дополнительный заработок. Не основной, но дополнительный. Вот такая структура у меня сейчас на данный момент есть.
Это с условием того, что еще Тринар, он предполагает под собой такую систему, когда я, например, зарегистрировался, мне система еще поставляла людей, и следующие люди, которые регистрируются подо мной и непосредственно оплачивают бизнес-пакет, они вот падают сюда вниз к кому-то. То есть таким же образом, можно сказать, в этом Тринаре можно зарабатывать и без приглашений. Хотя это уже намного сложнее и ждать придется достаточно долго. Поэтому, если вы рассматриваете это как бизнес, можете рассматривать как бизнес этот тренар и зарабатывать определенные деньги именно на предложение того, что вы сюда людей будете приглашать для того, чтобы они получали бизнес здесь инструменты и раскручивали свой бизнес. На этом заканчиваю. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Да, забыл сказать. Здесь есть еще персональная страница, которую вы также можете создать. То есть вы можете оформить страницу и эту страницу давать людям. И здесь вы можете прописать тем, чем вы занимаетесь. И, например, если ваш проект не проходит где-то в социальных сетях, то ссылка на MLM Community. Вы можете давать ссылку непосредственно на свою страницу, и люди будут заходить, знакомиться с вами и знакомиться, чем вы занимаетесь. Ссылка проходит во всех социальных сетях, где блокируются остальные ссылки на проекты. Всем привет!